Всем привет, друзья! Вы на канале Рекомпот. И новая ремесленка. Короче, смотрите. За моей спиной... вам не видно. За моей спиной началась посадка на самолет. Вон стоят уже ступеньки. И нам сейчас нужно сесть в этот самолет. И мы летим ко мне в город. В Новую Москву. Фух, я ни разу не летел на самолете. Просто помню, что я приехал сюда на машине. Вот моя машина. Вот, поэтому мы сейчас садимся в этот самолет и летим ко мне в город. Фух, пойдемте. Вот моя машина. Вижусь с ней в последний раз. Придется ее сейчас отогнать. Да. Так, сейчас мы ее припаркуем. Все, можно идти на самолет. Фух, ну что ж, прощай, Рим. Вон там Рим находится, вот где, ну вот там. А мы в аэропорте, садимся в огромный самолет. Я думал, что дверь заблокирована. О! Всем привет, это самолет в Новую Москву. Да, ясно, спасибо. Так, куда сядем? Давайте сядем вот сюда. Да. Третье сиденье. Все. Сели. Фух, ну вот мы сели. Сейчас мы, наверное, полетим. Я так думаю. Хотя да, мы полетим, мы ж в самолете. Фух, ну что ж. Ладно. Давайте. Мы сейчас взлетим уже. Как мы взлетим, я включу камеру. Ну все, друзья, мы еще будем взлетать. О, слышите? Продолжаем лететь, короче. Я не знаю, сколько мы еще...
хорошо. А в чужом руле, когда мы уже прилетим в мой город, Новая Москва. Короче, всем до встречи. Друзья, пока я сам учил, учит камеру. Чего-то все на вас странно смотрит. Вот мы летим, вот там небо, крыло самолета. Сейчас покажу вам все крыло. Извините. For safety reasons, all the items, including handbags and shoes,